Буэнос диэс, мис Керидос Амигос. Ядерный раз и внозряет ваши экраны. Это значит, что мы идем таки чистить ебальники в Нельсоне. Это Fallout New Vegas. Усаживайтесь поудобнее. Хабарите ништячки. Ну и вулеметом навалите. Хуяся. Станция среагировала на команду «Волюме навалите». «Навали, Волюме!» Не, не реагирует. Это, видимо, была чистой воды случайность. Ну да и хуй бы с ней. Я что-то в рот ебал по горам прыгать, что тут козел. Нет, дай-ка на всякий случай сохранюсь, ну его нахер. А то еще сейчас пиздюль с неравен сейчас. Ну хотя пиздюлей получать особо не от кого, я так погляжу. Все, что я мог, я уже вычистил. Так. Хуя вас там занесло, братва. А, да, легионеров я же перерезал. Да, надо было раньше на них идти. Фу, позже. Примерно сейчас. Чтобы, как говорится, вломить пизды еще тепленьким. Ну и, соответственно, ушей набрать. О, НКРовцы. Да 5 бойцов-то мне хватит. Там все равно нет никто. North it is. Reports also say that our main target is the Legion leader at Nelson. Let's move. We won't go quietly. The Legion can count on that. Так, не. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. Блять, опять этот звук. Ну, я так понимаю, что сейчас легионовцы реснутся. В смысле, я сказал легионовцы, а не легионеры? Ебать, дебил! Так, ладно. Пиздюш отставили. Где там ваше море дохлое? Море сивое. Восемь. Восемь. А, он в домике. Так. Гильза, ружье, патроны, ухо. Нихуя, какой прикол. Хотеть. Так, в сундуках пусто, в ящиках, собственно, тоже. Урны тоже вынесены. О, а здесь что-то есть. Бухлище. Так, в ящиках пустота. Да хуй с ней с кармой, это же легион. Так, что-то есть. Так, сигареты. Так, в шкафах ничего. Так, проверяем сральник. Так, пепельница мне нах. О, братан. У, раковина фонит. Я же антирадином обожрусь. Так, терпает стороне. Так. Чё такие бомжи-то, блять, а? Я чё-то хуй понял.
Че они там, в шары ебутся, что ли? А, доложите об успехе операции, пиздата. Это я просто, видимо, как его, блять? Это просто я, видимо, прошляпил один момент. Ничего бывает. Блять, мобил уронил, ну да похеру. Майор, подъем, там все заебись. Я с новостями. Now we can actually try to string you. Watch yourself out there. Так, возвращение надежды закончилось. Бумеранг. Так, солнечные блики, мне техники не хватает. Так. Открытие Сьерра Мадре, это я нашел. Давайте прикольнемся, а? Надеюсь, я там не окажусь утром. Ну, конечно, блядь! Ой, я тут не один, что ли? А какого, собственно, хуйца? Так, кто здесь такой умный, а? А, это же просто крота-крыса. Причем... Геккончики, геккончики! Резать буду! Резать буду! И сюда подошли, бляди! Допизделся. Ага, я ж после завершения квеста сохранился. Чё, повторить, наверное? Может, с огнемёта их накрыть, а? А, вон, гики бегают. Ой, улыбнуться хасил не вышло. Не, стимпак вкатывать пока не буду. Пиздец, пузырь пивища дает аж 50 очков? Ну это прям нихуя себе, я вам скажу. Сюда подошли хвостатые, Я, кажется, вам сказал, псы мохнатые, блин. А-а-а, увидел. Блять, вы охуели толпой? А, они мне гычу снесли. Все, я теперь понял механику. Они мне просто срыли гычу. Бывает. Короче, сейчас, если мы их не разъебем, просто пойдем побродим. Потому что я не хочу мучиться, как в позапрошлой серии. Хотя... Как будто мне не похуй, вы же здесь... Так, а это что такое? Так, а сколько у него УВС? Так, урон 14, УВС 53. Вдвое больше, чем у петушителя. И состояние. Так, не, дай посмотрю. Урон 14, а УВС аж 53. Пизжу сильно. Так, не, наверное, дайте-ка сначала сохранюсь.
чтобы автосейф не грузить, и мне просто лень переходить. Так, ну чё, чушпаны? Где ваш там слово чушпана? С The Semen на асфальте. Ого, блин. Супротату вместо мяса клали хуй. Блять, они по голове бьют. Короче, понятно. Освободитель, это, конечно, крутая вещь. Так, гранатомет пустой. Есть подача. Ну чё, зажигай. Чё, ты потух уже, что ли? Махмуд, поджигай! Сука. Бля, почему здесь не происходит, как в Майнкрафте? Когда ты моба сжигаешь, корову, допустим, или свинку, у нее мясо сразу становится жареное. Так, чё там, еще мясо нигде не бродит? О, яйцо. Яйцо. О. Блядь, что-то меня стебаться прям выносит. Я ебу. Так. Help is on the way. Так, стимпак даже вкатывать не надо. Водички. И бухла. А, точно, я же не смогу осмотреть спутник, пока не наступит полночь. Так. Посмотрим, можно ли здесь где-то поспать. Ну хорошо, хоть эти руины не фонят. На супермутантов я еще идти не горазд. Так, 9.23. Не канает. Так, карта мыра. Так, сходим до зоны. Меня там не любят, правда? Ой. Как ты здесь оказался? Так, мне получается надо NE взять примерно, чтобы в Hidden Valley попасть. Так, надеюсь, мне сейчас никому не придется ебальники ломать, а? Так, надо зайти в трейлер. Так. Пустошный омлет. Лампуху с собой возьмем. О, тут же поспать можно, ёпта. Так, да. Ну, сейчас вон по той дороге. Так, а вот звук мне не нравится. О, пёсы. В смысле, блядь, он? Не-е-е, пацаны. Thank you.
Вы мне эту хуйню бросьте. Так, а направляемся мы, напомню, в скрытую долину. Ой, блядь, а мне этот лагерь не нравится. И там... Бля, я этим чувакам тоже, походу, не нравлюсь. А, это подрывники, ёпта. Всечь. Сюда, иди. Не, чувак, ты сейчас вот зря залупнулся. О! Винт? Бля, сгодится. Драпаю-то. Ой, мина! Сука! Блять! Так. 50. Ясен хуй, они позаминировали все. Армит, блядь. Тут все в минах, блядь. Ох ты, блядь. Щебучка это фонит. О, ящик со взрывчаткой. Ништяк. А чё, ящик хуй? Да? Супер тату, и вместо мяса клали хуй. Интересно, а если мины сносить с этим самым? Пепе. Получится что-нибудь? Так, и по-моему, он там по крыше. Ах ты, блядь. Еще какое-то ебло бегало. Ага, так можно. Ха. Ну, мне, видишь, ручонок не хватает, чтобы мины обезвредить. Хуёво, конечно, но что поделать. Так. Что там, кстати, у меня паузы. Так, винч. Еще 9. Так, силы не... О, пещерный гриб, это мы любим. Плюс 6 на минуту. 6 на 60, это же 360. Нет, такую штуку надо поберечь. Стимпак вкатывать не буду. Еще пивища. Так. Радики. Да ебучий ты случай, а! Ням. 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 Ладно, все-таки въебу один пак. Ну, я так смотрю, обложено у них тут нехуйно было.
Так, что-то мы отклонились от курса, братва. Вон тот красный вагончик меня что-то как-то привлекает прям. Так, но здесь двое, которым я не нравлюсь. А, это опять подрывники. А я что, стрелять научился? Да ну нахуй. Так, надо тут от чего-то избавиться. Не, это мы лучше загоним. Так, мне нужно избавиться от 2 килограмм. Да могу я бежать, хули вы пиздите, а? Улыбочку. Чё? Супра тату и вместо мяса клали хуй? Или тефтели, что с пизды летели? А, по лестнице я тоже залезу. Ну, понятно, блядь. Всё, блядь. Облутал вагончик, да, Саныч, ага? Суп тебе, буебес. Шеф-повар хуебес. О, мы сейчас до Слоуна дойдем, а оттуда уже в Хидденвелле рванем. Тем более, насколько я помню, в Хидденвелле завязывается какая-то из ДЛС-ок. Но боюсь напиздеть, честно. Потому что, даже несмотря на то, что я пробегал сюжетку, это было настолько давно, что я не помню ровным счетом нихуища. Так, как-то отрывочно что-то вспоминается. Ну, Fallout он и есть Fallout, он так всегда запоминается за давностью лет. Ну, было и было, хули бухтеть-то. Так, надеюсь, меня тут отъебать не попытаются. Ну, вроде как я тут свой человек, значит, здесь НКР стоит. Пыхтит. Пыхтит. Фыркает. Шахта. На. Пиздить, я все равно ничего не собираюсь. О, бильярдный стол. Нихуйно. А вы разъебая, нихуя вы тут живете. Уф. Да, в мастерскую у меня типа нельзя. Столовач. Блядь, да у вас тут прикольно, слушай. I've got this recipe for my great aunt Rose. I don't know how she managed to get a hold of. At least she did. The quarry just north of here is. В карьере когти кишмя кишат. I don't have much. Oh, I'm not. I'm making my way. Там НКР тебя раком не поставь. Сука. Born and raised. The raiders are mostly gone now, and it's easy. The NCR keeps things. Ого! Хавчик мы любим. Ну и поторговать не дураки. Так, хуёвый ПП сливаем. Это тоже сливаем. Пузырь, который я случайно шпиздил. Так, я у себя на эти бабки еды наберу. Ой. А, впрочем... А, нет. Не канает.
Another satisfied customer. Заебца. Это что у меня получается? Надо напиздящиться? Так, что у меня по весу? 245. Херово дело. Я бегать не могу. А, у нее тут типа кухня. Поехала. О. А, день под кайфом. Эффект длится дольше. Прикольно. Так, в карьере. О! If you want to get to New Vegas, you... I'd notice. They moved in. We shut the quarry down. The end. There are a bunch of escape cons. I don't know who screwed up. We'd see the mechanics. I can't believe. Have you ever seen a death? You'd have to be the meanest. You'd need to take out the pack leader. I've been there once. I've seen a lot of fu- Ох, нихуя меня воткнуло. Аж за шиворот насрал. I hope they don't close the quarry. Jazz screwed up the coffee again. Wouldn't drink it if I were you. You need something? Так. Угу. О, целебный порошок теперь аж 18 секунд. Snuffle's leg seems to have gotten better. A friend of our government. Так. Здесь посмотрю, не пора ли нам сохраняться. Ну ладно, еще 5 минуточек. Но сохраняться нам один хуй пора. Потому что я в рот ебал бегать, откуда попало. О! Так. А! Вон там коготки живут. Ну пошли посмотрим, как быстро мы пизды получим. И, наверное, на этом будем сворачиваться. О! Я не знаю, что это срабатывает, но, блядь. Ой, кто-то бежит. Забороль! Пустой! Нахуй я тогда вообще с ним морочился, а? Стимпак. Так, а вот тут, наверное, можно и захавать омлетик. Так, одного забороль. Харониль. Сука, как нос чешется, ну точно напьюсь. Так, ну я думаю, не с этой петушальней, блин, на них идти. Попробовать их попалить, что ли, аккуратненько. А, как выхлестнуло. Кто-нибудь в комментах напомните, что вообще этот эффект значит. Нихуя ты красавела, а? 88 крышек. Да я с тобой дружу.
Жмур сегодня добрый, Жмур со мной поделится. Так, надо, наверное, залезть в самую залупу. Ныряем в залупу. Обстановка по кайфу. Не, не так. Обстановка по кайфу. Мы ныряем в залупу. Ой, блядь. Ну, против 4 десклавов мне тут делать было нехуй. Ну, теперь я хотя бы знаю, где их ловить, а откуда они могут появиться. А, пустошный омлет я уже схавал. Я понял. Так, стволы. Урон 13, УВС 47, сгодится. Опять меня выхлестнуло. Так, десклавов надо выманивать поодиночке. Иначе пизды мы отхватим гарантированно, потому что он там где-то клав бродит. Я точно помню, что один спрыгнул на меня справа. Значит, где-то тут баба Клава живет. А, сука. О, Клава бегут. Блять, ну на двух Клав залупаться, это как-то одну я бы еще мог вывести. Ну, тут понятная хуйня. Грузимся. Сразу идем чистить. Там где-то еще баба Клава бродит. А, вон ты где. Жмур сегодня добрый. Жмур со мной поколется. Так, а он и баба Клава ходит, смотри-ка. Главное, чтобы баба Клава сейчас Карифанов не позвала. Потому что это будет крайне хуево. Так. Ну да, кто бы сомневался. Короче, на бабу Клаву даже смысла залупаться нет, по крайней мере, пока. Ну, блять, это будет слишком больно. Да, тошновато, однако. Хм. А что если попытаться заползти на экскаватор, потом заагрить бабу Клаву? Кек. Блять. Стой. Так, блядь. Хоба. Блядь, как выхлестнуло не вовремя. Как говорится, вот только б хватило патронов. Вон там две бабы Клавы бродят. Так. Оттуда самое главное, чтобы бабы Клавы не запрыгали. Ну, броню все будут глотать. Хули я выебываюсь. А вон те ребятки могут и прийти. Вон там. Не, надо что-то более дальнобойное. О, 308 калибр, ёпта. Сюда. Подощёль. А, до них даже ватс не достает, нихуя себе. Понимаете, в чем трабл?
Я не могу его нормально заагрить. Уи! Блять, вон там баба Клава бродит, но она очень далеко бродит. Не, надо из чего-то повеселее. Давайте попробуем инсинератором ёбнуть, вдруг получится. О, положил, смотри. Таска в том, что баба Клава не понимает, где я. Соответственно, я ее не могу заагрить правильно. Вон, смотри, она вроде пытается бежать. О, поджог. О, ну наконец-то, ёбаный ты в рот, а. Так. Ой, я уже хотя бы могу пиздюля им раздавать. Конечно, было бы, знаешь, как самое козырное? Это спуститься, подманить уродов, а потом съебаться обратно на стрелу. Бум. Давай попробуем. Так, только надо... Кидай. Горит. О, побежала. Сука, получилось. Кажется. Только не пизданись, только не пизданись. А, тут нет коллизия так работает. А, Десклав где-то рядом. Прям совсем рядом. Только не наебнуться отсюда, а. А то это попугайная жердочка. Ой-ой-ой. Сука, я не хочу им на съедение. Не, конечно, можно им вот так вот по приколу насыпать. Не, я, конечно, понимаю, артиллерия бог войны и все такое. Но у меня щелк вместо заряда, вот в чем проблема. Бля, выглядит, в принципе, как вполне рабочий метод. А вот это выглядит еще интереснее. Блять, вот в этом-то вся и проблема. Потому что если я буду стоять на гуслях, Десклав меня ёбнет. Ох, это все, конечно, заебись. Но давайте эксперименты продолжим в следующей серии. Короче, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, подписка и до свидания. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.